Так, что-то у нас тут можно захомячить. А где вся еда делась? А это чего? Паша, у нас тут в холодильнике мыша повесилась. Не трожь, это на Новый год. Прикольненько. Паша, скажи, пожалуйста, а где... Чего? Смотри. Ух ты, это все мне. А давай открывать скорее их. Не-е-е, как наступит Новый год, вот тогда и начнем. А когда это? В 12 часов ночи. Что это? Пингвины какие-то? Это новогодние наклейки, развлекайся. А где новогодние печеньки, а? Ладно, вот. Какие они скучные. Ну, ты же медведь опытный, вот и укрась их как-нибудь. А я пока пойду поубираю и приготовлю новогодний ужин. Я мышу есть не буду. Есть идея, украсить печеньки наклейками. Да, по-моему, здорово, правда, это несъедобно. Так, а когда же там этот Новый год наступает, а? Через 11 часов? Святые карамельки! Валера, вот тебе шоколадка. Можешь ее как-то применить, чтобы украсить печенье. Это уже лучше. Кстати, пора бы уже подписаться на канал, а то это как-то не по-медведски совсем. Вот, сейчас сделаем шоколадную баню и все. Медведи, в канун Нового года вам выпала великая честь быть съеденными. Добровольцы есть? Странно, добровольцев нету. Ладно, сам выберу. Медведи. Вы куда? А ну стоять! А? Время заливать медведей шоколадом. Так, лежите смирно и улыбайтесь. Возможно, будет даже не больно. Зато знаю, что это вкусно. Сейчас зальем вас шоколадом. Вот. Когда же эти подарки-то будем открывать? В 12. Часы у тебя какие-то неправильные. Тик-так, тик-так. А как надо? Тик-так, 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 тик-так. Вот чего у меня вышло. Целая китайская армия шоколадных медведей. Так, Валера, давай я тебе помогу. Разложу печеньки, немножко шоколад и сверху приклею медведя. Выглядит аппетитно. Ребята, если вам тоже хочется такое съесть, жмите лайк. Паша, ты это, на чужих медведей рот не раздевай. Хорошо. Ребята, хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом. И пожелать, чтобы Новый год был более веселым и радостным, а не как этот пингвин в маске. Вот, лучше я возьму елочку. Паша, ты чем там шуршишь? Конфеткой. И без меня?